Использование корабельного колокола – это не просто традиция. Его звон придает особую торжественность моменту, а склянки и определенное количество ударов используются для временных отсечек и подачи сигналов. 28 мая на судах отряда пограничных сторожевых кораблей в селе Ленинское колокол звучит особенно празднично. Сегодня отмечается 106-я годовщина пограничной охраны России. По фалам скользят флаги расцвечивания, экипажи стоят в парадном расчете. Это редкие минуты, когда отряд собирается практически в полном составе. С началом навигации начинается особо напряженный период службы моряков-пограничников. Мы выполняем задачи в навигационный период, который наступает у нас со сходом льда с участка реки Средний Амур. И в этот весь период, пока река находится в чистом состоянии, мы выполняем задачи, предстоящие по охране и защите государственной границы. В соблюдении спокойствия на пограничных рубежах заинтересованы обе стороны. Помимо задач по охране госграницы, пограничники пресекают незаконный вылов водных биологических ресурсов. И служба не спрашивает, где придется встретить свой профессиональный праздник. Где Родина скажет, а мы будем встречать. Если будет обстановка на участке, мы обязаны быть на своем непосредственном месте, на своем рубеже. Но если будет спокойный участок и будет спокойствие, значит, может, придется и в кругу семьи, в составе своих сослуживцев. Специфика службы на сторожевиках. Экипажи находятся здесь постоянно и в походе, и в период пребывания на базе. Суда всегда находятся в полной готовности, равно как и те, кто несут на них службу. Она для многих стала не просто воинской профессией, но призванием. Вадим в рядах погранвойск более 20 лет. Говорит, здесь, на Дальнем Востоке, он прожил больше, чем на малой родине. Здесь женился, супруга также служит по контракту, здесь родился ребенок. Сам он начинал службу в биробиджанском погранотряде, после перешел в береговую охрану. И нисколько об этом не жалеет, говорит, к условиям службы привык очень быстро. Мне все нравится, все устраивает. Сам я родом с Алтайского края. Служба достойная, советую. Идите, ребята, кто желает послужить. Многие хотят проходить службу в пограничных органах, но и не у всех есть возможность устроиться на контракт. А здесь такая хорошая перспектива, чтобы прийти на срочную службу, а в дальнейшем уже устроиться на контракт и проходить службу в наших подразделениях. Бок о бок с экипажами сторожевых кораблей несут службу военнослужащие Ленинской погранзаставы. Служба здесь почетна, застава именная, носит имя Героя Советского Союза Петра Кагыкина. Память о нем чтят и берегут. При части создан музей, у памятного места проходит оглашение приказа о выходе на охрану государственной границы. Рядом с военнослужащими нередко в наряд выходят их четвероногие помощники. 8-летний Сон уже ветеран, но находится в хорошей форме и не утратил своих поисковых качеств. Видимо, он также понимает ответственность, поскольку с охотой выходит и на полосу препятствий, и не прочь вспомнить навыки задержания нарушителя. Введение в эксплуатацию смешанного речного и железнодорожного пунктов пропуска Нижнеленинская расширило круг задач перед подразделениями службы в городе Биробиджане. Военнослужащие пограничных органов сегодня осуществляют паспортный контроль пассажиров и осмотр транспортных средств, прибывающих и отходящих по трансграничному мосту товарных составов. И даже внедрение современных цифровых технологий не заменит полностью человека. И всегда будут востребованы их выдержка, профессионализм, мужество и ответственность. И по-прежнему на плацу звучат слова «приказываю выступить на защиту и охрану государственной границы, экономических и иных законных интересов Российской Федерации». Пограничный наряд. Гум. Мирно. Больно. Налей. Бу. На защиту и охрану государственной границы, экономических и иных законных интересов Российской Федерации. Шагом. Вячеслав Пасманик, Константин Земляникин, Павел Славин. Новости 21.